нет. Я считаю, что мы движемся к такой смешанной модели, вот, примерно похожей на китайскую, только они к ней идут со стороны коммунистической, скажем, а мы уже прошли через стадию Мы как Монголия, реформ, я правильно понимаю? А мы идем наоборот, мы идем к ним навстречу. То есть они в государственные корпорации впускают частников сейчас активно, да, чтобы было частно-государственное сотрудничество. А мы наоборот, мы создаем государственные корпорации, которые берут контроль над частниками. То есть, но где-то мы вот движемся примерно в том же к точке, куда движется Китай.